Вот такие необычные и крутые гаджеты вы увидите в этом видео, и по традиции в конце видео будет конкурс. Поехали! Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. Полазил я на Алиэкспрессе и подготовил для вас подборочку из 15 классных и необычных товаров, которые вам пригодятся. При покупке обязательно пользуйтесь кэшбэком, чтобы возвращать себе часть денег. Ссылки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании. И как всегда, в конце ролика будет конкурс. И что очень важно, я расскажу вам, где будут выходить мои видео с розыгрышами призов. Так что смотрите до конца. Приятного просмотра! И первый классный товар – это у нас крутая светодиодная лампа. Отличная идея освещения для вашей спальни. Имеет форму песочных часов и содержит настоящий песок. Выключается через 15 минут. В течение этого времени песок фактически покрывает источник света лампы и медленно настраивает вас спать, поскольку вся комната становится темнее и темнее. Шуршащий звук песка, словно колыбельная, заставляет ваше тело расслабляться. Благодаря необычным характеристикам песочные часы подойдут для декорирования спальни или детской комнаты. Медальон из игры «Ведьмак 3» всегда будет напоминать о долгих часах за книгами и играми по этой замечательной вселенной. Изготовлен клон из металла с покрытием из оттенка металлика, но на несколько тонов более темнее, чем обыкновенное железо или серебро. Размер кулона 4 см в ширину и вес его довольно ощутим. Кулон отличается качественной детализацией и в особенности неплохо проработана зубастая пасть и выщербленки на ушах. Сама цепочка и кольцо выполнены из более прочного материала с сохранением общей стилистики кулона. Такой аксессуар определенно поможет вам выделиться в компании остальных фанатов этой компьютерной игры. Гидрофобный песок. Под каждым волшебным фокусом скрывается научно обоснованная разгадка. Так и с этим волшебным песком. Наверное, вы не раз видели, как маги достают из емкости с водой абсолютно сухой песок. Теперь такой фокус вы сможете проделать собственными руками. Для этого достаточно купить такой песок. Секрет заключается в том, что песок покрыт специальным водоотталкивающим составом. Гидрофобный песок, погружаясь в воду, остается сухим. Под воздействием водоотталкивающего вещества вокруг песчинок образовывается воздушная капсула. Особенности песка в том, что он безопасен для детей, приятный на ощупь, подходит как для игр, так и для наполнения аквариума. Футляр для хранения карт памяти. Благодаря компактным габаритам он не займет много места и поместится даже в карман. Конструкция в виде открывающегося кошелька книжки обеспечит быстрый доступ к картам памяти. В комплект входит ремешок, с помощью которого футляр может быть прикреплен к связке ключей или поясному ремню. Защищает карты памяти от поломки, пыли и потери, и они всегда компактно находятся в одном месте. Не нужно их постоянно искать. В описании есть ссылки на несколько футляров с разным количеством отсеков для карт. Флешка с отпечатком пальца. Проблема защиты записанных данных остро стоит с момента появления первых флешек. Вероятно, что в шпионских фильмах вы видели ультразащищенные решения, которые блокируют несанкционированный доступ к хранящейся информации. Как ни удивительно, но все это доступно сегодня и рядовым пользователям. Например, в такой флешке установлен полноценный сканер отпечатка пальцев. Отпечаток хранится в выделенном разделе накопителя и препятствует работе флешки с посторонними. На сегодняшний день данный способ биометрической аутентификации пользователя остается самым доступным и надежным среди этого вида аксессуаров. Флешки прилагаются на 32 или 64 гигабайта. Зомби-кружка «Хамелеон». Это кружка с термочувствительным покрытием, которое становится невидимым при наливании горячей воды. Снаружи кружка «Хамелеон» покрыта слоем лаком и эмали. Когда температура стенок чашки «Хамелеона» поднимается выше 50 градусов, слой становится прозрачным и открывается изображение или меняется цвет кружки. В связи с этим у многих возникает вопрос, не опасен ли такой подарок? Будьте спокойны. Все используемые вещества не представляют для организма человека никакого вреда. Покрытие отлично держится. Материал керамика, объем 350 мл. Кружка не предназначена для мытья в посудомоечной машине. Милые светильники в детскую комнату в виде надувных шариков. Внешне это разноцветные шары, упирающиеся в потолок. Модель доступна в 4 различных размерах и 6 цветах. Глянцевые плафоны изготовлены из прочного стекла. Для включения и выключения прибора используется подвесной кабель, веревочка, шарика.
Заварочный силиконовый ленивец. Яркий и оригинальный аксессуар для чаепития, который избавит вас от остатков заварки на ваших зубах. Это именно то, что нужно для холодных дней. Заварник для чая в виде очаровательного ленивца. Просто засыпьте чай внутрь, налейте кипятка в чашку и опустите заварник. И через пару минут у вас будет готов ароматный и вкусный чай. Теперь вам не нужны большие заварочные чайники. Милый ленивец подарит вам чудесное настроение в любую погоду. И пускай весь мир подождет. Кружка-термос в форме козьего рога. Термос легко мыть, можно открывать и закрывать одной рукой. Хотя форма рога подразумевает, что его можно только положить. Для поддерживания порядка на столе можно использовать специальную подставку. Кожаный ремешок позволяет подвесить рог на рюкзак или носить его через плечо, как сумку. В общем, такой термос станет еще и необычным аксессуаром. Электроскейтборд или хаверборд. Оснащен 10-дюймовым колесом, которое дает ему лучшую проходимость. Такой скейт встроен Bluetooth-модуль и аудиоколонка, которые позволяют воспроизводить музыку с мобильных устройств. Новая и яркая улучшенная модель подарит вам море положительных эмоций. Способен выдержать нагрузку до 120 кг и проработать без зарядки так долго, что вы сможете проехать более 20 км. С помощью данного хаверборда вы без труда сможете разворачиваться на 360 градусов, быстро мчаться по дороге и удивлять прохожих. Этому поспособствует эффектная подсветка. Браслет со знаком зодиака. Это стильный аксессуар самовыражения и открытости в повседневном, клубном или пляжном образе. Выполненные в приятном светло-коричневом цвете, кожаные браслеты с металлическим элементом, оплетенные черной шнуровкой, будут красиво смотреться на любой руке. В качестве подарка кожаный браслет знак зодиака прекрасно подойдет девушкам и юношам на день рождения, именины и другие значимые события. Размер для плетеного кожаного браслета не имеет значения, так как завязать шнуровку можно на любом запястье. Настольный фонтанчик. Стилизирован под ведерко и кран, и смотрится это очень необычно. Сделанный из прочного пластика, магический фонтан будет приносить вам радость в крайне большой срок, станет очень необычным и приятным сюрпризом, который помимо своего красивого внешнего вида будет крайне полезным устройством. Будет гармонично смотреться как в доме, так и в офисе, лишь подчеркивая остальной интерьер. Релаксируйте, работая. Гель для чистки грязи и пыли. Очищает клавиатуру и другие труднодоступные места от всех типов загрязнений. Благодаря своей гелевой структуре и пластичности он проникает глубоко между клавиш, обеззараживает и придает блеск. Это гелеобразная субстанция, которая запросто проникает в мельчайшие щели, углубления, поры и за счет своей липкости удаляет частички грязи из любых закоулков. Также гель можно использовать для того, чтобы почистить внутренние карманы сумок, одежду, мелкие детали интерьера и любые труднодоступные места. Лизун пригодится и для уборки в салоне автомобиля. Главный плюс этого средства в том, что можно очищать технику, не боясь, что в контакт попадет вода и вещь будет безвозвратно испорчена. Складная карманная точилка – это универсальное устройство, позволяющее превратить любой, даже самый безнадежно тупой нож в острый. В пластиковом корпусе упрятан двухсторонний заточенный элемент, покрытый гальваническим алмазным напылением. Сторона с зернистостью 360 грит предназначена для устранения крупных повреждений и формирования режущей кромки. Обратная сторона с зернистостью 600 грит предназначена для тонкой шлифовки режущей кромки ножа и периодической правки. А вот эти милые зверушки позаботятся о ваших комнатных растениях, если вы собрались на отдых. Все, что им нужно, большая миска воды, из которой они с удовольствием будут круглосуточно пить воду при помощи губчатого языка. Благодаря пористой структуре материала, язык всегда будет оставаться влажным, обеспечивая необходимый уровень влажности в горшочке с растением. На выбор предоставляются керамические игрушки, лягушка, кот, собака и панда. А вот и обещанный конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, какой товар вам понравился. Обязательно подписывайтесь на канал Аль Пачино Лайв. На нем будут итоги конкурсов. И кстати, там уже есть новые розыгрыши призов по нескольким видео. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!